Всем здорова, друзья! Продолжаем проходить игру Midnight Club 2. Прошли мы уже на 38,5%. Находимся мы сейчас в Париже. Так, какую тачку мы сейчас возьмем? А, точно, какую тачку мы сейчас возьмем? Нам там бэха открылась. По-моему, ну что-то типа 34-я? Чё после 34-то было? Не помню, какой там кузов был. Пятерка. Это по-любому пятерка. Так, найдите соперника. Ну, пойдем найдем соперника. Хотя, может, это 34-й. Вот задние фонари прям такие вот. Своеобразные у них. А что так трясет-то? Так, мне надо только вспомнить, как играть в эту игру. Я что-то недели две уже в нее не играл. И забыл. Ой-ой-ой. Да, управление здесь резкое, ее надо вспомнить. Значит, сноураннер последний. А тут жопа. Ты на светофоре стоишь, что ли? Так, моргаем ему фарми. Я только забыл, как. О, погнали. Что это, гольфец? Блять. Какая-то парижская проститутка побежала мне под колеса. Бля, как нитро. Ну, сейчас-то мне не надо. Я на гонку хочу уточнить. Я забыл X, по-моему. Из грузовиков, по-моему, Mercedes. Мне почему-то напоминает Actros первый. А немножко в занос, мне кажется, машина эта ходит. Бэха. Хотя, может, мне кажется. Блять. А, на шифте же можно вот так ехать. Да уж. Оба. Приготовьтесь к гонке. Готовлюсь. Долго еще готовиться-то? Неужели? Некоторые думают, Янки что-то там. Судя по его луке, он из таких. Да это гольф, ёпта, третий. Все в порядке, приеду. Готов к чему-то там. Не знаю, к чему. Субтитры дерьмо полное. Опа. Ну это гольф, ёпта. Третий гольф. Зеленый вот, тачка там. Ну и вот рыжая, по-моему, тоже. Ой-ой, тупанул. А что это у нас? А, чекпоинты. Ну-ка, пошли все отсюда нахер. Свиньи грязные. Чё припарковался-то тут? Опа, один полетел. Кто-то у меня на жопе висит. Ну давай.
Почти 300. Да что-то я намутил тут. Херню какую-то. Так, последнее нитро прибережем. До финального чекпоинта мы на третьем месте, кстати. Ну и дурак. Не, мы не успеем. Все, там уже один поехал на чекпоинт. Все, Эндрю на финише, ё-моё. Нихера себе. Вы проиграли. Понял. Едем исправлять ситуацию. Погнали. Что-то они по набору скорости-то побыстрее, да, будут? Или мне кажется? Куда ты поехал-то, блядь? Оленя грязного кусок. Иди-ка ты отсюда. Блять, ясно. Не допрыгнул. А, можно вперед подвинуться. Интересно, а следующая будет еще уже локация? Давай, давай, разгоняйся. Колымага немецкая. Все. Поперли. Вот здесь я там допустил, да, ошибку. Правда, и здесь они меня что-то тоже выиграли. Ладно. Ну давай, 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 разгон. Блин, он опять сейчас первый придет. Андрюша, блядь. Никакой, блядь, нитро не поможет. В натуре, он, сука, опять пришел первый. Дерьмище. Мне это надоело. Надо его, короче, там еще на прямой дергать. Чтоб он не успевал. Слышь. Грязь. Ты как так залетел? Бахаем. Сука такая. Опять он вперед вырвался. Это Эндрю опять, наверное. Вот здесь надо дергать его. Внизу. Ты поторопись, блядь. У нас там котлетки. Давай, давай, машина, машина, езжай. Ну разгоняйся, сука. Вонючий катафалк. Блять, он на ускорителе. Да, он там во что-то убился. Аж на 2 секунды уехал куда-то. Продолжаем.
И этот мало легко утер нос, всем нос. Не стоит волноваться, второй раз у него так, наверное, не получится. Поехали дальше, приятель. Отожму у тебя твой гольф вонючий. Ого. Ого, да это прикольно. Вы там все седла не отобьете таким образом-то? Друзьяшки, блядь. Фу ты, ёб твою мать. Давай их заново сразу начнем. Не, ну мотоциклы сильная хрень на самом деле. Так, давай тут попробуем повернуть. Вон они впереди. Вонючий автобус. Ну, посторонись. Опа. Слетел, блядь, с седла. Фу. Блядь, что я наделал? Бля, надо было туда, обратно. Вот лошара. Так, ну вот прямая, запоминаем. По-любому переигрывать будем. Поостысь в кровати. Еще один чекпоинт и второй финишный. Тут сорян, ребят. Совсем оборзел. Твою мать. Ой, бля, я не доехал. Чуть-чуть совсем. Параша. Бля, чуть-чуть не доехал. Блин. Ну разгоняйся, давай. Фу ты, ёпта. Бред. Это мы сотку едем? Ну километров 60 едем, блин, в час. Но он опять первый сейчас придет. Еще вот эта вот мусорка. Ясно. Заново. Занято. Фух, ничего себе. Куда поехал? Мотороллер. Правильно.
Правильно. Ну ты скотина. Да не надо меня подрезать, дурак. Бахнем. Блин, он проскочил. И это еще скотина тут едет. Как сдать тебе, мразь. Просто не обосрись. Да. Вы выиграли фрипон Х. Что это, блин? Ну давай продолжить карьеру на новом транспорте. Похоже, что слуги об этом парне. Не, что-то, наверное, стоит пересесть на что-то, блядь. Тачка твоя, но это все хлам. Круто. А что скажешь насчет? Дальше субтитры обрубились. А, мы на гольфец пересели. Понятно. А нафига мне вот эта вот гонка? Кокс. Куда мы едем? Стоп, давай сразу заново, потому что... Это херь какая-то. Надеюсь, они все разобьются просто до финиша и все. Блин, а прямые это будут тут участки, нет? Наверное. Твою душу мать. Да пошел ты. Так, мы третий идем, вот эти два. Опять шмел догнал. Пошел отсюда. А ты чё, куда-то не туда, да, поехал? И я с тобой. Ого, я что, первый? Класс. One Sony, это тоже какой-то мотоцикл, что ли? Да, посмотрим. Продолжить. Ну да. Похоже, мне стоит немного повременить. Пора вплотную заняться поисками чего-то, я недооценил тебя, приятель. Круто. Класс, нам дали еще очередной мотоцикл. Это значит, что...
данная серия подходит к концу. Вот, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии и увидимся в следующих видосах и стримах. Всем пока! We'll be right back.